Здравствуйте. 16 августа, четверг, день Юпитера. Пятый лунный день с элементом вода. День благоприятный для людей, родившихся тигра, кролика, обезьяны и курицы. Задуманные дела в этот день будут получаться легко. Хорошо в этот день заказать молебень, присутствовать на хурале, делать добрые дела, совершать подношения отцам, ламам, развеять сплетни, находить решения для быстрой реализации задуманного, проводить обряд джапты, собирать долги, брать в долг для спокойных и каждодневных дел. День неблагоприятен для людей, родившихся вот коровы, дракона, овцы и собаки. Нежелательно для полевых работ проводить похороны и поминки. Отправляться в дорогу к разочарованию задуманное не получится. Стрижка волос к увеличению скота, вещей и денег. На Верхнеберёзке Сокчен Дугане с 9 часов утра пройдет хурал Сокчен. Дыхр Дугане, Бамбок Ангарсахюсны, Дыважн Дугане, Очарвани Сынды. Делайте добро! Меховая выставка «Зимняя сказка». Норка 44 900, Мутон 10 000. Улан-Удэ с 16 по 26 августа. Художественный музей имени Сампилова.